от Ализарова. Он видел, когда я... Как я ходил на костылях. Как... Мы с ним в санатории ездили в Саки, чтобы подлечиться как-нибудь. Я до сих пор помню. Вроде его проводишь, там, часто ходила. Только спать. Папа, я на месте, пойдем гулять. Ну, может, это такая... Скажите, а если продолжим династию? К сожалению, сын мой поступал в военный институт переводчиков. Что-то ему не понравилось в армии, папа. На тот момент я не курю. Бычки собирать, что-то меня там... Ну, конечно, маме родной, там на путь упал, мама так-то. Мама сплакнула, все, ладно, сына в армии не ведем. Прихановский институт. Тогда вопрос. А их детям, своим внукам, вот они спрашивают, дедушка. Внучка. Внучка. Я предложил свою. Дедушка, что там было? А? Дедушка, что там было в Афганистане? Что вы им рассказываете? Что можете рассказывать? Сейчас молодежь продвинута, она лучше, чем мы. Она уже в компьютере разбирает там все. Что такое война в Афганистане, все такое нет. Дедушка продумал. Дедушке вопрос такие, дедушка, хочу то, хочу это. Помогай. Но она все равно видит, вот сегодня и в прошлом году на 30-летие, они среди зрителей будут. Они посмотрят все, что дедушка делает, живут этим внуком. Для них война это дело, где дедушка был молодым хорошим капитаном, и дедушка готов. Я сейчас уже по возрасту в два раза старше, чем был на войне.